Благослови душе моя Господа, благословен еси, Господи. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! В этот день, который Святая Церковь минует праздником праздников и торжеством из торжеств, в день Светлого Христова Воскресения за богослужением мы слышим особое евангельское чтение. Это первые 17 стихов первой главы Евангелия от Иоанна. Послушаем это евангельское зачало в прочтении иродиакона отца Александра. Вначале без слова, и слово бе к Богу, и Бог без слова. Себе искони к Богу, вся тем быше, и без него ничто же бысть, еже бысть. В том живот бе, и живот бе свет человеком, и свет во тьме светится, и тьма его не объят. Бысь человек послан от Бога, имя ему Иоанн. Сей прииде во свидетельство, да свидетельствует о свете, да си веру имут ему. Не бе то есть свет, но да свидетельствует о свете. Без свет истины, иже просвещает всякого человека, грядущего в мир. В мире бе и мир тем бысть, и мир его не позна. Во своя прииде, и свои его не прияша. Елица же прияше Его, даде им область чадом Божиим быть и верующим во имя Его. Иже не от крови, не от похоти плотские, не от похоти мужеские, но от Бога родишася. И слово плоть бысть, и вселися вны, и видяхом славу Его, славу яко единородного от Отца, испон благодати и истины. Иоанн свидетельствует о нем и возва глаголя, «Сей бе его жерех, иже по мне гряды, предо мною бысть, яко первие мене бе». И от исполнения его мы все прияхом и благодать возблагодать, яко закон Моисеем дан бысть, благодать же и истина Иисус Христом бысть. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. И был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И слово стало плотью, и обитала с нами полная благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит, «Сей был Тот, о Котором Я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был
прежде меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». На первый взгляд удивительно, что для чтения во время пасхальной божественной литургии избран отрывок, в котором ни слова не говорится о воскресении Христа. Связано это с тем, что, согласно древнейшей церковной традиции, весь евангельский текст от Матфея, Марка, Луки и Иоанна разделен на фрагменты таким образом, чтобы в течение года Евангелие было прочитано полностью. А поскольку Евангелие от Иоанна – самое глубокое, насыщенное богословскими понятиями и трудное для восприятия новичка, начало чтения этого Евангелия было приурочено к тому моменту, когда в церкви новичков практически не оставалось. Во время предпасхального Великого Поста уверовавшие во Христа, но не крещенные христиане, проходили оглашение, то есть изучали основы христианской веры. А накануне Пасхи, на литургии Великой Субботы, совершалось массовое крещение подготовившихся к этому событию христиан. Таким образом, в пасхальной божественной литургии участвовали практически только верные, которые, согласно пониманию Церкви, были подготовлены к слушанию самого сложного по содержанию Евангелия. «Вначале было Слово». Трудно сказать что-то более лаконичное и более значительное в богословском смысле. Каждый читатель Библии при виде этих слов возвращается к ее началу, книге Бытия, которой открывается Ветхий Завет. Помните, вначале сотворил Бог небо и землю. Возвещение Иоанна начинается с тех же слов «вначале». Открывает новую эру, мира преображающегося, приобщающегося через Иисуса Христа к Богу. Этими словами, по замечанию Александра Павловича Лопухина, евангелист обозначает вечность слова. Уже само выражение «в начале» ясно указывает на то, что бытие Логоса совершенно изъято от подчинения времени как форме всякого тварного бытия, что Логос существовал прежде всего мыслимого и прежде веков, как пишет святитель Иоанн Златоуст. Но что это за слово? В оригинальном тексте Нового Завета на месте русского «слова» стоит древнегреческое «логос», которое можно перевести не только как «слово», но еще и как «мысль» или «смысл». Понятие «логоса» как разумного принципа, управляющего миром, играло очень важную роль в античной философии. Но Иоанн Богослов вкладывает совершенно иное значение. Теперь «логос» — это уже не безликий закон, а Христос, Бог Слова, воплотившееся и жившее среди людей, умершее на кресте за наши грехи и своим воскресением открывшее человечеству путь к вечной жизни. А потому кульминацией сегодняшнего евангельского чтения можно назвать следующие строки. «Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Христос, единородный Сын Небесного Отца, принял человеческую природу, обитая среди людей и наделяя нас благодатью Божией. Византийский богослов XII века Ефимий Зигобен пишет, «Сын Божий стал человеком, чтобы люди стали сынами Божьими». Когда слышишь «слово стало плотью», не подумай, что изменилось существо Божие, которое неизменно и невредимо, но что слово, оставаясь тем, чем было, стало тем, чем не было, или, оставаясь Богом, стало человеком через воспринятие плоти, одушевленной, конечно, мыслящей и разумной душой. А вершины тернистого пути Спасителя, увенчанного страданиями и голгофской жертвой, является Его воскресение. И как крестной смертью Спасителя совершено очищение наших грехов, так и Его воскресением дарована нам вечная жизнь.
Воскресение Христово, дорогие братья и сестры, является основой нашей веры и первой, важнейшей, великой истиной, источником постоянной радости. Ведь именно через воскресение Христово человек обретает возможность приобщиться к ниспосылаемой свыше благодатной силе, дабы жить по правде и заповедям Божьим. Помогай нам в этом, воскресший Господь! Благослови, душе моя, Господа, благослови.